Здорово! Давайте начнем сегодняшний выпуск с рубрики «Бесполезные лайфхаки». И если вам вдруг захотелось впустую проебать 5 минут своей жизни, то у меня есть видос, который научит вас это делать за 2 минуты. Короче, просто зацените и охуейте с этого невероятного чуда чудес. Возьмите чашку, налейте воды. Ой. Поперчите ее сильнее. Возьмите средство для мытья посуды. Намажьте на палец. Алло. О, все. И смотрите. Вуаля! Самая бесполезная хуйта на свете. Не знаю, зачем малой так заморачивался, когда можно было с тем же самым успехом просто после налива воды видео стопнуть. Налейте воды. Сказочный долбоеб. Скажу больше. Как по мне, так в раковине у него куда более чудесная хуйня получилась, чем с перцем и фейри. Ибо паренек налил воды в чашку и одновременно не налил. Вот это я понимаю. Магия рептилий. И как вам, кстати, момент, когда наш алхимик свой перечный советик прогоняет? Такой охуенной версии слова «поперчить» я еще никогда не слышал. Поперчите ее. Вот ей-богу, чепухой какой-то занимается, да почем зря специи переводит. Лучше бы чего похавать пикантного сготовил. Поперчите ее. А пахнет як. Вкусно. И почему пацан обращается к бутылке моющего средства, будто он с ней по телефону базарит? Лимонная свежесть трубки не берет. Намажьте на палец. Алло. Телефон. Алло. Рот, я чё, похож на абонента? Короче, я не буду злодеем, который душит детские мечты, а наоборот, поддержу парня в его магических начинаниях. Да, первые фокусы в основном не такие впечатляющие, но забрасывать точно не стоит. Ведь обязательно найдутся люди, которые оценят этот кухонный иллюзион. Так, давай, так. Покажи, пожалуйста, правую руку. Блять, он ёбаный волшебник, он ёбаный волшебник! На каждом крупном музыкальном фестивале присутствует стопроцентная вероятность встречи каких-нибудь странных персонажей. Некоторые из них, перед тем, как хорошенько наебениться, придумывают себе интересные креативные образы. Сенегал из следующего видоса перевыполнил план по обоим пунктам. Бля, заебись, прикидон. Сука, да он настолько охуенен, что привлекает к себе внимание без единого слова его носителя. Чувак не орет, не выебывается, не дебоширит, но камеру к нему прям так и тянет. В отличие от прочих обывателей такого рода мероприятий. Говори! Я свободен! Молодец! Хотелось бы узнать, что привело нашего унитазного рокера к идее нацепить себе на голову стульчак. Большое количество алкоголя, скажете вы? Безусловно, но есть тут и практическая составляющая. Это я к тому, что челика теперь никакие погодные условия не ебут. Кажется, дождь собирается. Да так, косплей у него годный получился, ничего не скажешь. Жаль, что большинство и не поймет даже, кого он изобразить хотел. Но мы-то с вами сразу поняли, о ком, точнее, о чем здесь идет речь. Оп, нахуй! Вот это я понимаю, блядь, зал для заседаний нам. Вот это я понимаю, говнарь Original Edition. Да, по всей видимости, у батона появился серьезный конкурент. Мы панки, парни! Бабша говна! Ну а то, что наш туалетный утенок в очко, это вообще похуй. Главное, чтобы ему в кайф и весело было, он же все-таки на опен-эйре зависает. Хорошо, что порой случаются такие беззаботные дни, когда можно хорошенько одичать, ни капли не беспокоясь о том, что скажет жена. Пьяная сука, тварь охуевшая, блядь. Казалось бы, перейти на лошади через реку – плевое дело. Но только если наездников не двое и центр тяжести не смещен назад. В таком случае происходит вот такая вот хуйня. Вот же вредная тетка, а? Ей бы, наверное, ночью не спалось, если бы она с собой чувачка не утянула. И ведь потом дома наверняка еще и выебывалась на беднягу, что, мол, не засейвил ее. И поебать, что она сама чуть ли его не прогибом в реку кинула. And his name is John Cena!
В общем, натерпелся, браток. Хорошо, хоть посадка мягкая была. Но подпорченного впечатления от покатушек это уже не исправит. Так что теперь ни одна кобыла от него доброго слова не услышит. Ёбаные лошади. И мне почему-то кажется, что всему виной тут оператор. Не, ну правда. Такой эпичный наебок мог спровоцировать лишь его зловещий смех в начале. Блин, кого-то он мне напоминает. Точно! Да и вообще, есть варик, что ребята не по своей оплошности наебнулись. Лошадка взяла и сбросила их к хуям, так как позавчера пролетел слушок, что этот чувачок на днях. Куда ебал? Какая только дичь не творится в наших подъездах. Каждый раз бытовой спуск по лестнице превращается в ебаную лотерею. Именно поэтому я хочу, чтобы вы заценили подарочек, которым судьбинушка осчастливила оператора следующего видео. Вот смотрю я на этого лестничного сновидца и прям зависть пробирает. Я, блядь, иногда по полчаса в кровати ворочаюсь, чтобы удобное положение принять. А он с полным комфортом на холодных ступеньках расположился. Еще и храпит так сладко. Ебать, ты сверлишь, пиздец. И ведь действительно, нехилое сверло у него там получается. Раздает рыку по всем законам джунглей, как говорится. Хочешь, я вам зараз расскажу, как хлеб выручить? Еще небось проснется потом отдохнувший весь, посвежевший, похмелье нет. Будто не в подъезде потчевал, а на перине царской. Герман, это не ваша кровать, вы хотя бы на полу прилягте пока. Знаете, вот если честно, я за него даже в какой-то момент переживать начал. А то ведь он лежит как живой, но сука, не живой, ебать. Мало ли головой ударился, сознание потерял. А вот хуй, как выяснилось, человек без сознания нихуя не храпит. Ну а если храпит, то... Этому человеку нужно разбить нос. Ладно, ладно, не надо ничего разбивать. А вот помочь мужику пробудиться от подъездного летаргического сна было бы неплохо. Но чел с камерой просто какую-то хуйню невнятную произнес, вместо того, чтобы прогнать ободряющую мотивирующую речь. Все готово, и все в сборе. Тебя не хватает, тебя не хватает. Старичок, идем на пикничок. Ну что ж, дамы и господа, спасибо большое за просмотр этого эпизода плюс 100-500. Ну что, вообще, как вам? Заебись! Или хуёво. Если заебись, ставим палец вверх. Если хуёво, пишем комментарий, почему хуёво и почему заебись, тоже пишем. И, блядь, теперь попытайтесь уговорить меня не смыкать вот эту хуйню, потому что, блядь, если я сомкну, будет... Она сомкнется, короче. Все, пишите комментарий по поводу смыкания, не смыкания. И если вдруг не подписаны на мой канал, то... Подписались все нахуй на этот сайт! И, конечно же, не забывайте ебашить в колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну, а это был Плюс 100-500. Впереди вас ждет охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока. Стопроцентная вероятность встречи в странных... Фыш, как кот. Ведь обязательно, блять, обязательно найдутся. А, люди, которые оценят этот кухонный иллюзион. Вероятность? Да вроде нет. Я вроде тоже не вижу. Оп, стоп, мы подошли из-за угла. Оп, стоп, ты много на себя взяла. Теперь размениваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом, блядь, тверезым, посмотри на это море. Видишь это все последний раз. Оп, стоп. Что там, блядь, как там? Ну, ночь, да, на ночь ноги мыла, мир блатной совсем забыла. Центр. Вот смотри на это, блядь. А, вот смотри на, блядь, сука. А. Как выяснилось, человек, да, как выяснилось, человек без сознания нихуя не храпит, да, как по мне, так в раковине, а, как по мне, так в раковине у него куда, куда? Теперь расплачиваться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, взглядом, блядь, тверезым, посмотри на это море, видишь это все в последний раз. Это, сука.